Всем здравствуйте! У нас сегодня так жарко, что мне кажется, даже воздух плавится. По совету друзей я решила начать рубрику из архива. И сегодня я представляю вашему вниманию прелюдию опус 16 Александра Скрябина, которую я исполняла в 2016 году. Александр Скрябин – русский композитор-философ, пианист, уникальная личность, новатор во многих направлениях, фигура которого была окружена мистицизмом. Он первым ввел концепцию света цвета звука, то есть визуализация мелодии с помощью цвета. Он считал себя мессией и видел свое предназначение в спасении человечества через искусство. В последние годы своей жизни, а прожил он, кстати, короткую жизнь, всего 43 года, он мечтал воплотить в жизнь своеобразное действо, в которое были бы включены все виды искусства. Это и музыка, пение, танец, архитектура, живопись, в котором не предполагалось разделение на слушателей и исполнителей, а все человечество должно было участвовать в этом празднике действия. Целью мистерии было объединение человечества и такое своеобразное начало нового мира, нового идеального времени, что, в принципе, отражало общее настроение мира начала 20 века. Музыка Скрябина, она всегда искренняя, полетная и свободная. Зачастую в ней сочетаются полярные настроения, в ней есть нерв и накал, и в то же время воздушность, ранимость и нежность. Прелюдии опус 16 – одно из моих любимых сочинений. Это своеобразные миниатюры, в которых отражены неуловимые мгновения настоящего и тончайшие изменения настроения души. Я надеюсь, что это произведение найдет отклик в вашем сердце. Приятного прослушивания!